Знакомьтесь, Сергей Ивлев. 16 июля он отпраздновал свое 38-летие. Сергей Ивлев – кандидат экономических наук, заместитель заведующего кафедрой информационных систем и математических методов в экономике Пермского государственного университета. Автор более 50 научных статей и 3 книг по управлению рисками и финансовому моделированию. Сергей является доцентом Пермского государственного университета, а в 2015 году он был назначен региональным директором ПРИМИА в России. Уже в течение многих лет он является профессионалом в отрасли, преподавателем, автором, куратором мероприятий, членом редакционных коллегий академических журналов и экспертных советов. Сергей способствует продвижению лучших практик финансовых рынков и управления рисками. Сергей более 19 лет работал руководителем отдела рисков компании «Прогноз». В декабре 2015 года он решил двигаться дальше и стал соучредителем и главным исполнительным директором в компании «Лики». Мечта Сергея – сделать финансовый рынок лучше, быстрее и инклюзивнее.